как всегда в своем репертуаре. Останавливайся. Так все так точек вам идет. Привет, Банановая Республика. Короче, приезжайте все в Оленевку, Республика Крым. Доброе утро. Время 5 утра. Я проснулся пораньше, чтобы собрать всякую мелочевку. Танюшка уже проснулась. Вот, так, есть хочется. Сейчас быстро долетаем до Гончарного. Там есть самса. Дедушка продает с тандыра. Ну, прям вот стопудово. Это лучшая самса вообще, которую я ел в жизни. Че ты, пушистый? Скажи что-нибудь в камеру. Баксик, скажи пока. Ну, не сказал. Мы едем в Банановую Республику или не едем? Да, едем. Собираемся быстро, 5 минут и все, на выезд. Итак, мы собрались наконец. Вот так вот это все выглядит. Опоздание у нас в 35 минут. Автомобиль загружен, но там наверху сдутый второй САП. Вот. Так что... Первым делом мы едем в Банановую Республику, в Саки, в крутой аквапарк. Поэтому все только набирает обороты. Не переключайтесь. В своем репертуаре останавливают нас сотрудники ДПС. Ну хорошо, мы отъехали 15 километров. Я забыл сумку с документами, с правами, с деньгами совсем. Поэтому мы едем обратно в Алупку. Как говорится, приключения только начинаются. Фейл закрыт, сумка здесь. Мы продолжаем свое путешествие. Вы на канале Алекс и я Могучий. А вот Инкерман, древний город. Ну и всякие скалы, то есть ходы, пароходы. Здесь, по-моему, морпорт находится. Военная техника. Итак, друзья, мы уже, нам еще 60 километров. Вот она, самса из Гончарного. Добавляют бараний курдюк. Ребята, это топ вообще. Так все так точат, вам идет. Ну как, Татьяна? Пару слов о самсе. Очень вкусно. Красненький моргает? Банановый как? Банановая Республика. Привет, Банановая Республика. Моргает. Друзья, мы с вами в раю. Начнем мы вот с такой малышки. С горки. Для детей. Сейчас маму будем посвящать. Середине?
Да. Можно либо сидя, либо лежа. Ждем моей команды. За трубу не цепляться, толкаемся от пола. За трубу не цепляться, толкаемся от чего? Садимся. Я посерединке. Тут. Водичка какая бомба! Все, готово? Поехали. Давай! Ну для начала ощущение топчик. Идем дальше, повышаем градус. Уже забираемся на самую верхнюю, на самую высокую горку. Поверьте, боюсь как смерти. Мама моя. Я понял. Можно? Да. У-у-у! Меня мама не простит. Это кайф. Тихо-тихо, не боимся. Давай, выходи. Вообще, дай. Круто, но когда вода на тебя брызгает, и это вот для меня это очень сложно. Не знаю, что надо делать. Банановая республика. Ой, прости, мам. Мне ничего страшного. Мы ждем, по команде поедет. И вот так. А как я? Так, я за этим? Да, да, да. Ну вот так ноги, да? Прям уж да, не да, вылетел, поехали, надеюсь, да? Отталкиваемся двумя руками за поруч. Поехали. Можно, да? Да, да, да. Ой, вот. Давай, давай, мам. Ты держись только за меня, за ноги. Алекс, я могучий. Воу-воу-воу-воу-воу! Е-ха! Воу! Воу! Воу-ку-ку! Ребята, это тема. Мы были в Банановой республике. Едем дальше, 200 километров. Оленевка, экстрим парк. Со мной моя команда. Я сейчас кукурузку скину. Оп, улыбаемся, улыбаемся. Наконец-то, друзья. Оленевка. Самое интересное, где мы находимся. Прямо на самом краю Крыма. Вокруг моря, можно сказать, с трех сторон.
С одной стороны, мы будем завтра будем кататься по Тарханкут. Сначала на машине, потом на сабе. Короче, будет точно кайф. Это экстрим парк. Да, или экстрим Крым. Не знаю, пока никого нету. Пустое поле. Но палатку мы победили. С боем. Целый час. Оказалось, все легко. Все просто, но... Ребята, вот таким насосом. 3 минуты. Ну, там, сап, матрас. Да такой. Полуготовности можно накачать. Лайфхак. Короче, приезжайте все в Оленевку, Республика Крым. Вообще все круто, все замечательно. Все приемлемо. Так что все очень. Главное море рядом, да? Главное море рядом. И любимая семья. Вот так вот. Да. Камеди Клаб. Камеди, да? Сейчас будет. Под подспорье я. Да, 4000 километров. Есть кто дальше? Работа есть у вас? Как, в чем она заключается? Ремонт помещений. Как наше помещение требует ремонта? Это не помещение? Но мы же поместились. Здорово, если сейчас на камерах сядет батарейка, это единственное, что они записали. Типа, а, вот такое мероприятие было. Ага, это вообще огонь. Классно играет. Девушка, девушка. Ну не девушка, а женщина. Ага. Сиреневым закатом танц мы вою. Тянет нас друг к другу, правда, мы хотим еще. И для нас застынет время, все в один момент. Помню, как тебя увидел и сказал привет. Друзья, вот, короче, наш палаточный городок. Такая вот гирляндочка у нас рядом с палаточкой. А вон генератор работает. Ну, генератор такой. Это Kia Seltos. Она и на телефоне, и на пальце. Какой корм для сон. Блин, ну прям, ну и все, стала звезда Ютуба. Канал Алекс, я могучий, подписывай всю свою саранчу. Саранчу не надо. Оп, все, нормально.